Всем привет! Я Ефимова Елена, и сегодня обзор хочу посвятить нашему новому приобретению, детскому комплекту игровому. Упаковочка, конечно же, у нас уже вскрыта, еще в магазине мы не могли удержаться, и сейчас мы будем рассматривать все по порядку. Итак, первое, что есть в комплекте, это такой столик со стульчиками. Набор пластиковый. Это вот такая единая конструкция. Все вот, вот такое мягкое. Набор совершенно один из самых дешевых, недорогой, но нам он был нужен. Потом объясню, для чего, для каких игр. Вот такой вот столик со стульчиками. Далее в комплекте есть два кресла. Вот такие красивые, пластиковые. Правда, красивые кресла. С обратной стороны, конечно же, они полые. Два кресла. В комплекте такой вот сервант. С обратной стороны пустые полочки. Можно что-то поставить для красоты, чтобы это было. Так, следующее в наборе — это такое вот зеркальце. Трюмо с ящичками. Вроде как. С обратной стороны тоже полое. С картиночкой довольно-таки. Такое вот симпопушное. Это трюмо. Еще один любопытный экземпляр. Вот такое вот пианино, не пианино, синтезатор, не синтезатор, но такая вещица интересная для интерьера. Это следующее приобретение в этом комплекте. Это все, что касается комнаты. Также есть в комплекте и санузел, ванна. Тут какие-то вот есть приспособленница. Пластиковая тоже все. Ванна. И, естественно, санузел требует унитаза. Вот такой вот унитаз. Вот такой наборчик мы приобрели. Для чего, собственно? Дело в том, что наша девочка любит играть в киндер-сюрпризы. У нас их огромное количество. Сейчас часть представлю, которая у нас имеется, вот небольшая. Это вот мы так проводим время за такой игрой с киндерами. Нам нужен был этот набор именно для них, потому что что есть у нас остальное, дочь сказала, оно большое. Большая мебель для Барби, для кукол. А для таких вот киндриков у нас приобретен новый набор. Вот так. Такое новое приобретение для игры мы сегодня приобрели. Всем спасибо. Пока-пока.